сейчас на рынке, называется ночной рынок у местных. Сейчас где-то 7 утра, и моя задача сейчас купить курицу для супа, жена попросила. Нужно мне сейчас поискать, где это продается, и выполнить приказ жены. Буду искать вот такой вот индонезийский рынок. Можно купить здесь все, что угодно. Я думаю, моей маме будет очень интересно глянуть. Hello. Что здесь продается. Вот зелень всякая. Я не знаю, что это за зелень. Пока вижу все, что угодно, кроме курицы. Пойдем по прилавочкам, пройдемся с вами. Hello, hello. Saya ingin membeli satu ayam. Ekor. Untuk sup. Untuk sup. Oh, okay. Yeah, yeah. Very good. Yes. Satu. Ini lagi cuba kerja mulai juga. У меня получилось объясниться на индонезийском. Сейчас я расплачусь, камеру в карман положу, потом продолжу запись. Там на рынке собачки милуются. И, как всегда, Путин подготовил. Теперь курицу купил. Сейчас моя задачка купить соевый соус. Пойду искать. По-моему, я там видно в магазинчике видел. Если будет, сейчас возьму. Saya untuk membeli кетчуп. Поручение жены выполнил, купил курицу, как вы видели. Купил еще арбуз, соевый соус, ананас, мандарины, ну, всякую мелочевку. Вот. Иду теперь домой. Все быстренько управился, минут, наверное, за 15. Очень здорово, этот рынок работает с 6 утра до 8 утра. Работают местные жители. На голове целую кучу сена. Что могу сказать? Мой поход на рынок удался. Я начинаю уже балакать на местном языке. Балийцы удивляются, что иностранец говорит на бахаса Индонезия. Но мне нравится. Меня понимают. И уже большая вероятность того, что мне не закрутят цены в три дорога, если не в 10 раз дороже, чем стоят продукты на самом деле. Вот так вот выручает.